трасса 101. Доброго времени суток. Вы слушаете трассу 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Удачного пути. Поехали. Теплая погода радует не всех автомобилистов, ведь повышение температуры воздуха весной нередко провоцирует возникновение неполадок в машине. Пожалуй, одна из самых распространенных – двигатель начинает чрезмерно греться. Понять, почему это происходит, не так-то просто. Разобраться поможет специалист одного из кировских техцентров Артур Котлячков. Проблема в том, что термостат привык работать при каком-то температуре, то есть охлаждение постоянное. Он как бы на одном месте теплее становится. Начинают перегревы происходить. Термостат уже не открывает больше. У него начинает клинить. Лучше, конечно, на зиму ставить термостат один, на лето ставить другой. Мы привыкли, что штрафы за несоблюдение ПДД со временем растут, а шансов расстаться с правами становится все больше. На сей раз власти задумались о послаблении для автолюбителей. Возможно, в ближайшее время за выезд на встречную полосу через сплошную линию будет полагаться только денежное наказание. Но отделаться им смогут только те, кто оказался на встречке впервые и непреднамеренно. Руководство страны заговорило о планах по отмене транспортного налога и введении нового, экологического. Смысл его прост. Чем старше машина, тем больше придется платить ее владельцу, без учета количества лошадиных сил и объема двигателя. Причем разграничивать гнилой автохлам и хорошо сохранившиеся с советских времен экземпляры не планируется. Впереди интересная автомобильная история. Расскажет ее водитель с большим стажем, председатель Союза автомобилистов Кировской области Сергей Ердяков. В армии, в срочной службе я служил в московском ПВО и возил генерала. Ездили постоянно по командировкам, и однажды, возвращаясь в Москву, уже под вечер, мы догоняли фургон ГАЗ-53, и впереди шел автобус львовский. И по этой трассе периодически было то обгон то попутного транспорта, то встречного. Было три полосы для движения. В один из моментов ГАЗ-53 пошел на обгон автобуса и не успевал обогнать его, и немножко подприжал автобусу, пришлось выехать на бочину, выровнялся, подождал, когда снова будет возможность обгонять. Догнал этот фургон и стукнул его корпусом. Фургон отклонился, выехал это самое, на обочину, снова вернулся, тут его второй раз стукнул. И у него занесло зад, и он практически поперек нам стал. Мы успели кое-как остановиться. Водитель выскочил, говорит, вы видели? Мы, да, видели. Сами такие обалдевшие, как это, может, пассажирский автобус, фургон толкать. Ну, значит, догнали этот автобус, там мирно дремали рабочие. Мы его обогнали, специально притормозили, посмотрели, нет ли каких-то повреждений на автобусе, ничего не было. Он, оказывается, видимо, воздушной волной его так толкнул, ну, практически развернул поперек дороги. Ну, все обошлось. На сегодня все. Прощаюсь до следующего выпуска «Трассы 101». Пока. Трасса 101.